Я выкуривал по 3 пачки сигарет в день и запивал все это добрым литром крепкого и жгучего, как трубка локомотива, виски. Я больше не спал и не видел сны. Я просто проваливался в пустоту, в бесконечность. И единственное, что желал, это остаться в этом мраке навсегда. Количество употребляемой серы дьявола увеличилось, и единственное, что наполняло мой желудок, это горючее для рыжебородых моряков. От меня отвернулись все мои друзья, все родственники и любимые. Ни один человек не хотел продолжать общаться со мной, встречаться со мной, быть со мной. И все из-за того, что я был честным и не терпел людскую несовершенность. То есть ты хочешь сказать, что тебе нужна помощь, потому что к тебе подбежали какие-то люди, попросили тебя затушить сигарету, твою сигарету, да? И попросили перестать пить пиво. И после того, как ты им отказал, они взяли твое пиво, и вылили на сигарету, дабы потушить ее. И ты не вызвал полицию? Ты вообще понимаешь, что они не имеют права это делать? Ты понимаешь, что они не органы правопорядка? Еще раз повторяю, это ведь незаконно. Это то же самое, что я возьму жену их предводителя и порежу ее самым страшным образом. Причем меня даже не посадят, потому что я уверен, что жена этого предводителя – это старая, гнилая, никому не нужная подушка. Понимаешь? Ладно, ты главное давай не переживай, сейчас разберемся. Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и сегодня под мой нож попадает канал, или человек, или целый проект, да неважно, решать вам. Короче, Лев против, и это Мефистофель на Ютубе, поэтому свет, камера, мотор! Я решил подойти к этому выпуску без эмоций. Не факт, что получится, но чем черт не шутит. Первое серьезное знакомство с этим проектом у меня произошло пару дней назад. И спасибо за это Николаю Соболеву. Николай Соболев, Николай Соболев, Николай Соболев, Николай Соболев. Я, конечно, и раньше слышал об этом проекте, потому что это интернет и... все быстро распространяется, но не придавал этому значения. Нет. А тут Николай раструбил во все трубы Иерихона, что есть такой проект, и что он финансируется правительством Российской Федерации, и уже получил более 12 миллионов рублей. И вроде бы все хорошо, проект борется против курения, против алкоголя, но я курильщик, и я люблю принять на душу. И мне стало интересно, что же все-таки это за проект и как он борется. И знаете, это то же самое, как в свое время боролся Тесак против педофилов. Или сейчас СтопХам продолжает бороться против пробок на пешеходных зонах. Они борются не с причиной, они борются со следствием. И это большая проблема. Но откуда мы знаем, что это большая проблема реально? Да потому что все это есть на Ютубе. На основном канале почти 800 тысяч подписчиков. Хорошо, что в последнее время они начали убывать, спасибо инфоповодам. Более 33 миллионов просмотров на 45 видео. Но если смотреть на выпуски через пальцы,
То, что мы видим, да, группа людей, активистов ходят по общественным местам, говорят, что там нельзя курить, говорят, что там нельзя пить, и все вроде бы замечательно, у них благая цель, но давайте уберем пальцы, давайте скинем розовые очки. Что же они на самом деле делают? Да, они подходят, говорят, что нельзя. Им говорят нет в ответ, и что же они делают? Они не вызывают полицию, нет. Они повторяют, начинают давить, ввязываются в конфликт, отбирают имущество людей и портят его. И я до сих пор не могу понять, почему их никто не закрыл. Почему они до сих пор не находятся в местах не столь отдаленных. Ведь все это есть в открытом доступе, все это задокументировано. Господин правительство, ведь все это есть на нашем любимом Ютубе. Ну а сам создатель проекта, этот Лев или Михаил, да хоть Руслан, Сергей, Евгений, Тимофей, плевать. Вы вообще видели этого человека? Всем людям нужна любовь, чистый воздух, чистая вода, пахотная земля и семья. Мы глупые люди, воспитанные высокомерным обществом, которое плюет на всех, кроме властвующих кругов. Этот человек, который раньше был судим за кражу, пытался снимать смешные видео в стиле Рэя Уильяма Джонсона или плюс 100-500, и это хорошо. У него ничего не получилось, пошел в активисты, но он даже двух слов связать не может. И вот за этим маргиналом и имбецилом идут люди. И если рассмотреть все это вкупе, взять выпуски, взять создателя, взять все эти действия, если на это все посмотреть критично, рассудительно и рационально, то можно сделать очень простой вывод. Быстро отписаться от этого канала, если ты на него подписан. Никогда не подписываться, если ты не подписан. Никогда больше не смотреть. И если вживую видеть это действие, вызывать органы правозащиты, чтобы их всех под ручки увели за решетку. И в заключение данного выпуска хотелось бы сказать, во-первых, Лев Против самый мерзкий проект или персонаж или человек, который побывал в моих роликах. Во-вторых, я надеюсь, что донес до вас свою мысль, вы сделали правильные выводы. Ну а в-третьих, я надеюсь, что вы, да, согласны со мной, вы также против Лев Против. Вы против того, чтобы он ходил по земле и распространял видео на наш любимый YouTube. И поэтому я надеюсь, что после этого выпуска вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, прокомментируйте и распространите это видео, чтобы остальные люди также смотрели, впитывали и понимали, в каком ужасе мы сейчас живем и какой ужас порой распространяется. И чтобы эти люди, да и вы, пытались как-то закрыть весь этот балаган. Ну а если вам не понравилось, то никто не мешает вам поставить дизлайк и вернуться на три советские буквы к Льву Против. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данил Арышкин, самый субъективный бородач на всем Ютубе и во всем интернете. Сам Мефистофель Ютуба. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.